Здравствуйте, уважаемые клиенты. Я представляю фирму Via Via. Хочу вам представить всю коллекцию нашей фирмы. Коллекция очень красивая, очень хорошая. Посмотрите, спорткостюм на мне. Этот костюмчик 44, 46, 48 имеет несколько расцветок. Посмотрите, очень разнообразный выбор. Вот такие. Также представляю вам костюмы спорт. Очень красивое такое. Беленькое, желтенькое и серое. Три штучки в серии. 44, 46, 48. Посмотрите на вот эту. Это получается вот такая удлиненная мастерка. Несколько расцветок. Еще хочу вам показать спортивные костюмы без змейки. И представляю вам вот этот костюм спорт. Без змеечки. Она у меня работает 44, 46, 48. Также есть большие батальные размеры. Продолжаю вам показ фирмы Via Via коллекцию. Обратите внимание на этот костюм. Более удлиненный пиджак. Это костюм тройка. Водолазка длинненькая. 44, 46, 48. Также хочу вам показать несколько костюмов, тоже удлиненные. Несколько расцветок. Это модельчика. Есть еще одна модель вот такая. По штанам идут просто лампасы, ничего лишнего. 44, 46, 48. Представляю вам еще вот такую спорт-вариант. Спортивные штаны, высокая посадка и вот такая рубашка. Она идет на змейке, можно с маечкой одеть, с футболкой. Очень красивая вещь. 44, 46, 48. Также фирма Via Via представляет нам очень большой ассортимент спортивных костюмов с безрукавками. Пожалуйста, это идет спортивный костюм, без рукавочка, очень красивая, удобная, удлиненная. Воротничок снимается. Вот посмотрите, какие красивые расцветки. Безрукавка вот такая. Внутри очень красиво сделано. Посмотрите, какой цвет шикарный. И вот есть вот такие расцветочки. И еще цвет, желтый цвет. Также хочу вам представить только без рукавки. Только без рукавочки. Очень красивые. Тут идет на синтепоне. Три штучки в серии. Воротничок отходит. Она еще получается вот в черном цвете. К ним у нас есть спортивные костюмы. Можно подобрать в комплекте, можно отдельно купить. И также вот такие костюмы подходят под эту безрукавочку. Также есть вот такой ассортимент без рукавок. Они удлиненные. Вот посмотрите, вот так вот. Три штуки в серии 44, 46, 48. Также фирма Via Via представляет вот такие спортплатья. Они двойные. Получается снизу беленькая. Тут идет змеечка. Посмотрите. Очень красивое платье. Можно в кроссовках, можно в туфельках. Вот такое получается. Вот еще вот такое платье с капюшоном. Тут идет двойная она. Вот такие расцветки. И вот такое платье, как на мне, вот таким образом. Очень красивое платье, три штучки в серии. Также из этой коллекции есть вот спортивные костюмы. Вот такие. К ним можно просто вот такие без рукавочки. Также к этому платью можно без рукавку. Получается очень хороший набор. Есть вот такие спортивные костюмы с капюшонами, без змейки, несколько расцветок. Продолжаем показ коллекции Via Via. Я вам сейчас представлю несколько видов костюмов спорт шик. Обратите внимание на вот этот костюм. Костюм тройка, брючки, идет туника снизу, она более удлиненная, вот такой жакетик. Она идет у нас в нескольких расцветках. Есть еще синий цвет. Также эта модель работает в супербаталах. И представляю вам еще вот такой костюм. Очень красивый. Ее можно одеть как спорт, ее можно одеть как классику. Посмотрите. Три штучки в серии 44, 46, 48. Вот такой еще костюм. Посмотрите. Несколько расцветок. Она идет на змейке. Тут идут вот такие стразики. Вот так вот.
Посмотрите, очень, очень красивые цвета. Также хочу вам представить вот этот костюм. Он у нас летом работал, в летней коллекции было. Сейчас она сделали вот такую. Несколько расцветок. Черная есть еще. Еще вам представляю вот такой костюм. Тоже троечка. Это троечка. Брючки. Снизу идет вот такая вот блузка идет. Она выглядывает из-под рукава. И идет такой пиджак. Жакетик удлиненный. 44, 46, 48. Она работает в нескольких цветах. И есть еще супер баталы. Также предлагаю вам костюм классику. Очень красивый костюм. Ткань шикарная. Из этой серии есть вот такие костюмы. Брючки и блузка. Несколько расцветок. Вот такой вот экстравагантный костюм. Посмотрите, тройка. Очень красивая. Расцветки красивые. Интересная модель. Очень интересная. Тут идут пуговички. Рукавчик выглядывает. Посмотрите, очень хороший костюм. 44, 46, 48. Также вам хочу представить костюм двойку с юбочкой. Мы летом эту модель продавали. Вот она вот так сейчас работает в этой ткани. Несколько расцветок. Пожалуйста, тройку с юбкой. Блузка, удлиненный рукав. И жакетик, посмотрите. Укороченный жакетик. Вот такая красота. Карманы по бокам. Три штучки в серии. И показываю вам еще вот такой деловой костюм. Ткань очень хорошая, стретчевая основа. Две расцветки. Высокая посадка на резинке. Также представляю вам вот такой костюм офис. Рубашка с длинным рукавом. Кашемировая безрукавка и брючки на высокой посадке. И еще один костюм хочу вам представить. Летом этот костюм очень хорошо работал. Сделали в осенней коллекции. Обратите внимание, высокая посадка брючки, снизу трикотажная водолазка и пиджачок all wear size. 44, 46, 48. Еще вот такой костюм, посмотрите, тоже троечкой. Брючки тепленькие, жакетик и брючки. Это тройка, несколько расцветок. Вот такой костюм двойка. Получается водолазка с горлышком, очень мягкая ткань, без рукавочка. И отдельно идут брючки. Высокая посадка, три штучки в серии. Вот так, посмотрите, вот такая двойка, есть три расцветки. Очень красивая, приятная на тело, 44, 46, 48, фирма Via Via. И вот такие безрукавки двоечки получили. Вот посмотрите. Ткань очень мягкая, такая натуральная ткань с капюшончиком. Несколько расцветок. Это идет водолазка и безрукавка. Вот такие кашемировые, очень красивые, такое удобное. Классика. С капюшончиком, девочки, обратите внимание. Несколько расцветок. Вот так. И вот еще одна расцветочка. Это кашемир. 44, 46, 48. Еще представляю вам еще одну безрукавку. Она такая стеганка. К ним можно подобрать спортивные костюмы. У меня есть вот такое. В наличии сейчас в данное время только черный цвет. Но есть сиреневая и белая. Очень красивая вещь. Есть вот такие короткие безрукавки. Посмотрите, какая красота внутри. Она очень красиво ложится. Три штучки в серии. 44, 46, 48. Показываю вам очень хороший комплект. Посмотрите, такую курточку. Она мне очень нравится. Качество вообще обалденное. Несколько расцветок. Посмотрите, вот такая курточка. В воде там в виде очень клевая. Пожалуйста, вот такая. Посмотрите на нее. Мы к ней пошили. Вот пошили
вот такой спортивный костюм, чтобы он немножко выглядывал из-под этой курточки. Классненькая. Разные расцветки. Три штучки всего в серии. Продолжаем показ коллекции фирмы Via Via. Посмотрите на вот этот спортивный костюмчик. К этому костюму у нас пошили курточки вот такие. Коллекция получается очень красивая. Вот так вот. Вот они разные расцветки. Есть в каждой куртке есть спортивный костюм под цвет. Также у нас есть вот такие костюмчики. Вот такая вот. К нему тоже есть спортивный костюм. Пожалуйста, еще вам хочу предложить вот такая теплая куртка, очень теплая курточка. Вот такая красота. Две расцветочки. И хочу вам еще предложить вот такую куртку. Несколько расцветок, 5-6 расцветок. Вот ничего лишнего. Длинная удлиненная курточка. Внутри вот такой вот. Тут только одна бабочка. Вот 5 расцветок. Расцветки очень красивые. Работает эта куртка очень хорошо. 3 штучки в серии. Вот, пожалуйста. Вот такое хочу вам показать пальто. Очень мягкая, очень красивая пальтишко такое, удлиненная, чуть ниже колен. Также она и в белом, и в черном цвете. Из этой ткани еще пошили короткую курточку. Вот такую. Вот она из бордо. Она есть в черном. И еще в белом есть, но сейчас нету ее в данное время. И хочу вам показать вот эту куртку. Очень красивая. Я ее одену и покажу вам. Она длинненькая, садится очень хорошо, такой спортшик. Вот такая вот она удлиненная, очень красивая курточка. Вот такая теплая курточка, посмотрите на нее хорошо. Она идет с капюшоном, вот такая вот сзади. Это я вам показала, она идет в одном цвете. И вот такая очень стильная пальтишка, она на подкладе. Очень стильная, на ботиночках, кроссовочках, очень хорошо смотрится. Также вот такой коротенький, из этой же ткани, из этого же кумаша. Вот посмотрите, вот такая куртка с капюшоном. Укороченный вариант. Также сделана курточка без капюшона, такой как пиджачок. У нее подклад идет такой джинсовый. Как пиджак, пальтишка вот такое. Хочу вам еще представить более нарядное. Вот такой вот барашек. Нарядная вещь, красивая, беленькая, очень красиво смотрится. Вот такая красота. Есть несколько расцветок. Посмотрите, зеленая, бордовая, черная. Еще такой терракот. Посмотрите, в терракоте нету блеска. В черном беленьком блеск, а вот так вот. Вот такие со стразами. И очень хорошо у меня работает вот эта курточка. Цена очень хорошая. Вот такая. Очень удобная такая курточка, коротенькая. 5-6 расцветок. 3 штуки в серии. 44, 46, 48. И вот такие вот... Фуфаечная ткань, что ли, очень приятная ткань. Я хочу показать вам поближе ее. Посмотрите на нее. Несколько расцветок на капюшоне. Вот так вот. Хорошо смотрится. Ниже колен. Тоже несколько расцветок есть. Вот такие ветровочки, посмотрите. Она идет с водолазкой. Курточка такая, ветровочка. Внутри вот так. Две расцветки. Представляем вот такую курточку, укороченную, на резиночке. Очень стретчевая такая основа. Две расцветки. Вот такая очень красивая курточка. Пожалуйста, дальше. Вот такое, посмотрите, чуть длиннее такая как фуфаечка, очень приятная ткань. Посмотрите, она не очень хорошо. Набитая ткань, да.
две расцветки. И вот дошли вот до таких курток. Посмотрите, вот эту курточку. У нее впереди, внутри вот такая вот подкладка яркая. Ничего лишнего нету. Это такая ветровка. Вот расцветочка вот такая еще есть. В наличии только две расцветки остались. И вот такая курточка подлиннее. Тут вот такие подклад вот такой. Тоже имеется несколько расцветок. И хочу вам еще показать пальтишки. У нас есть кашемировые. Посмотрите на них. Очень красивая ткань. Очень красивая. Такое богатое. Это кашемир. Внутри натуральная подкладка. Она работает в черном цвете, посмотрите, тоже красивая, и в сереньком. И представляю вам еще одну моделечку, полупальтишка. Полупальтишка вот такое, тоже кашемир. Несколько расцветок. Еще одну расцветочку покажу. Это полупальтишка, вот такое вот. У нас еще имеется в продаже ватники. Очень теплая ватничка такая вот. Очень приятная на тело. Посмотрите. Вот такие расцветочки. Также представляю вам платье фирмы Виевия. Посмотрите, тут отдельно идет шарфик. Вот такой вот стиль боха. Ткань стретчевая такая, трикотаж. Также идет вот такое платье, посмотрите, оно идет с брючками. Впереди она укороченная, такая же модельчка. Тут шарф вот такой. Вот посмотрите на нее. Очень интересная модель. Посмотрите на вот это платье. Две расцветки. Очень красивая ткань, очень хорошая. Стиль боха. Вот такое платье получили, такая обманочка двойкой, как бы. Тут идет спереди как будто кардиганчик, сзади прямое вот такое. Несколько расцветок. Интересное платье. И также вам представляю вот такой стиль боха платье. Ничего лишнего, вот так вот. Хочу вам еще показать один костюм, который у меня очень хорошо работает. Так, а где он там? Вот, пожалуйста. Юбка с блузкой. Интересная модель. Мы летом ей торговали. Вот так вот. Пожалуйста, этот костюмчик очень красивый, работает очень хорошо. И вот такой супер баталы платье есть. 50, 52, 54. Это супер батал. Также у нас имеется платье с сарафанами. Вот такой вот блузка-сарафан. Очень красивая вещь. Блузка идет отдельно, сарафанчик идет отдельно.